Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». Здравствуйте, дорогие друзья, это «Магнитогорское времечко», здесь и сейчас в прямом эфире 35-55-00, это наш номер телефона. Ну а в студии сегодня с вами я, Юлия Бударина, и моя соведущая Елена Ткач. Здравствуйте. Более 70% россиян недовольны качеством услуг ЖКХ. Каждый четвертый находит недостатки, но в целом считает работу этой сферы удовлетворительной. Только 3% респондентов полностью устраивает работа служб ЖКХ. Тем временем в Челябинской области жалобы растут на сферу ЖКХ, и интересно было бы вообще разобраться, это либо жители Челябинской области настолько капризны, или действительно услуги наши становятся все хуже и хуже. Давайте поговорим об этом. Сегодня в нашей программе, как вы уже поняли, мы будем говорить о сфере ЖКХ, обо всех сопутствующих проблемах, о тарифах, обо всем, о чем успеем, о ремонтах. И если вы хотите присоединиться к нашей теме обсуждения, звоните 35-55-00. Ну а на связь с нами выходят Владимир Деняев, руководитель общественного фонда «Жилье и право», и Ильяс Бахтеев, депутат Совета Челябинска, заместитель руководителя общественного фонда «Жилье и право». Здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Вот давайте, наверное, начнем с такой актуальной темы. В любой области испытывает ли сфера ЖКХ на сегодняшний день нехватку профессиональных кадров? Потому что, ну, я считаю, что, ну, вот это ключевой, наверное, момент, с которого хотелось бы начать сегодняшнюю беседу. Давайте я начну. Да, действительно, есть такая проблема. Это нехватка кадров в сфере ЖКХ. Причем не кадров вообще, а кадров квалифицированных. Да, ну, мы имеем в виду это, конечно. То есть, вы видите, что... Кадры нужны везде, подчеркиваю. Кадры квалифицированные на заводах, в органах государственного управления, на коммунальных предприятиях, которые предоставляют коммунальные услуги. То есть оборудование автоматизируется. Например, в домах появились индивидуальные тепловые пункты. Автоматическая подача воды идет в дома. Газовое оборудование усложняется. То есть везде оборудование усложняется, а кадров, которые могут работать на этом оборудовании, больше не становится. То есть необходим государственный интерес к этой сфере. А для этого сегодня обязанности искать кадры, эта обязанность возложена на управляющие организации. Которых в Челябинской области примерно 500 штук на всю Челябинскую область, и которые, масса своей, это небольшие организации, которые не могут себе позволить серьезно вкладывать деньги в обучение персонала. Поэтому они стараются найти в основном пенсионеров. Это люди, которые отработали на заводах, имеют определенный уровень образования, багаж опыта, знаний. И они сегодня в основном работают в сфере ЖКХ. Именно эту категорию людей вовлекают, да, управляющие компании в сферу ЖКХ. А вот если заключать какие-то договора с учебными заведениями, нет ли такой схемы работы? У нас есть техникум Осадчего, да, по-моему, Владимир Николаевич? Имени Осадчего. Там вот как раз обучают. Профильные специальности у них там есть, вот, связанные с ЖКХ, сантехники. Угу. Насколько вот мы помним, нас приглашали как-то, мы там с ними встречались, общались. Но все-таки... Но насколько потом люди хотят на самом деле идти работать? Мы же знаем, что зарплата-то небольшая. Угу. Среди жилищных коммунальных хозяйств очень низкая заработная плата. В итоге нет... Со стороны молодежи потока желающих работать в этой сфере. Идут работать охранниками, идут работать. И есть такое как бы понятие престижа, что ли. Все считают, молодежь особенно считает, что идти работать дворником непрестижно. Да не то, что дворником, даже сантехником пойти работать.
далеко не каждый захочет на самом деле. Ну, наверное, сейчас мы тогда углубимся, наверное, совершенно в другую сферу. А если вот говорим о профессионализме, и, наверное, одна из болевых точек ЖКХ – это, конечно же, капремонт. Не знаю, сколько копий было сломано на эту тему. Если, например, начинается капремонт, о котором мы много говорим и обсуждаем, и качество капремонта не устраивает людей, что делать? Какие можно меры предпринять? И имеем ли мы право, вообще жители, да, как-то влиять право на этот голоса. Процесс? Да, право голоса. Как говорится, лучший контролер это мы с вами сами. Угу. Мы собственники, да. Только мы можем сами следить за своим жильем, что у нас на самом деле происходит. У нас много очень примеров таких, да, вот связано. Мы регулярно выезжаем на проблемные места, связанные с капитальным ремонтом. Не знаю, в неделю два выезда у нас, наверное, в Челябинске, с Владимиром Николаевичем у нас все-таки есть. По приглашению жителей. По приглашению жителей, да, именно по приглашению жителей. И именно вот активные жители, именно они выявляют эти нарушения, хотя стройконтроль тоже не стоит в стороне, да, управляющие компании не стоят в стороне, но не все, я вам скажу. В первую очередь должна следить все-таки управляющая компания за тем, как проходит капитальный ремонт. Но, как нам известно, управляющие компании порой в этой сфере немножко стоят сбоку и наблюдают. Ну, как говорится, как сделают. А так не надо. А что, нет какого-то вот технадзора, какой-то организации, которая бы проверяла работы по капремонту? Как раз мы к этой теме подошли. У нас в смете на капитальный ремонт заложены затраты на строительный надзор, строительный контроль. И это специалисты, либо управляющие организации, либо организация, которая подрядчик по договору привлекает к строительному контролю. Потому что в любой стройке есть скрытые работы, которые прежде чем скрыть от внешнего мира, должны быть приняты строительным надзором. Угу. Поэтому чаще всего бумаги на эту тему составлены. А вот что касается фактически, был ли это строительный надзор. Угу. И как долго прослужит, да, этот ремонт? Не вылезет ли где-то потом вот эта недоделка? А потом неизбежно вылезет. Угу. Но в капитальном ремонте есть еще одна проблема, очень серьезная. Юля. Некоторые люди, живущие в доме, сделали ремонт у себя в квартире. Угу. И когда требуется, допустим, пробить отверстие и пропустить трубы с пятого по первый этаж в подвал, они не дают возможности войти в квартиру и это сделать. В итоге отрезают трубы под потолком и на уровне пола и меняют кусок трубы в квартире. А выше и ниже смены нет. Поэтому люди своими руками закладывают бомбу замедленного действия, которая рванет неизбежно. Через год, через два она обязательно рванет, затопит. И учитывая то, что эти люди под акт отказались пускать людей в квартиру, проводить капитальный ремонт трубопроводом, они, если произойдет авария и понесут люди убытки, они будут отвечать, и управляющая компания обязательно привлечет их к ответственности. Ну, вот смотрите, если не рассматривать не только, например, какие-то частные случаи, но, допустим, вот такая вот ситуация случилась спустя некоторое время. Имеют ли право жильцы еще раз обращаться за услугами, чтобы некие доделки были, может быть, после капремонта? Да, если вот что-то после капремонта где-то вылезло, недочеты какие-то. Иногда, потому что даже когда гуляешь, например, по старому Ленинскому району, видишь, что фасады те, которые были побелены, были красивы только первый сезон, через два сезона уже выглядят совершенно по-другому. Можно ли еще как-то там, я не знаю, какая периодичность капремонта? Давайте вот, может быть, еще и об этом. Есть гарантийные сроки. Угу. Если гарантийные сроки вышли, то там уже сколько денег у людей на собственном счете, потому что на специальном счете, да. Угу, угу. Если в общем, конечно, котле находится дом, то там уже смотрится по нуждам. Обращение идет в городскую администрацию, и городская администрация уже там с региональным оператором, да, они уже рассматривают каждую заявочку отдельно и определяют, выделять туда снова деньги, либо нет. А вот как ремонт, как часто капремонт вообще делается? Сколько раз, во сколько лет? Смотрите, сейчас у нас существует
областная программа капитального ремонта в многоквартирных домах, рассчитанная до 2040 года. И там все дома Челябинской области, в этом доме есть, и указаны ориентировочные годы, да, когда будут проведены те или иные системы. И здесь есть, как мы знаем, два вида формирования фонда капремонта для дома. Либо в общий котел региональным операторам мы платим деньги, либо эти создаем специальный счет для нашего дома. И в случае создания специального счета дом может ремонтироваться хоть раз в год, если на нем достаточно средств для проведения капитального ремонта. А работы, которые проводятся, это выбирают сами жильцы, да? Они как-то определяют фонд работ вот по этому счету? Нет, есть обязательный перечень, минимальный, вернее, перечень работ, которые входят в состав ремонта, который проводится за счет средств на капитальный ремонт конкретного дома. Люди могут принять решение об увеличении работ по капремонту, но для этого нужно заплатить дополнительные взносы. Чаще всего люди на это не идут, поэтому все ограничивается минимальным перечнем. Но это все равно очень большие деньги, если речь идет о том, что людей не устраивает качество ремонта. У нас есть организации, которые обязаны по первому же сигналу, в частности, это региональный оператор капитального ремонта, это государственная жилищная инспекция Челябинской области, прокуратура Челябинской области в лице подразделений. Потому что речь идет о деньгах, и если эти деньги неэффективно используются, мы вправе жаловаться и обращаться в эти организации и требовать принятия мер там, прокурорского реагирования, выездной проверки со стороны государственной жилищной инспекции. И здесь большая роль принадлежит управляющим организациям. Ну вот у меня еще такой вопрос. Вот буквально недавно дом, в котором я живу, в нем проходил капитальный ремонт. И меня вот интересует такой вопрос. Обязательно в каждом доме должен быть какой-то квалифицированный жилец непременно, который бы вот, ну, минимально мог разбираться в том, что какие работы производятся, и постоянно собираются какие-то подписи. От чего мы должны отказываться, что мы должны включить в этот капитальный ремонт, что нам нужно, что нам не нужно. Вот, вот этот вопрос я бы хотела разъяснить, потому что, ну, не в каждом доме наверняка есть такой вот житель, который действительно квалифицированно может разбираться вот в этих всех строительных моментах. И хорошо, если ему доверяют, если да, он один понимает, а если, как да, бы не сильно. Если ему еще и доверяют жильцы, да. Мы всегда говорим, что обязательно должен быть создан в каждом МКД, многоквартирном доме, обязательно должен быть создан совет дома. И совет дома уже вот они определяют и смотрят, что на самом деле нужно ремонтировать, а что не нужно. Либо какие-то работы можно будет заменить. Это общее собрание жителей, и жители уже определяют, что конкретно нужно делать. Опять же, нужно взаимодействовать с управляющей компанией, потому что никто не лучше не знает, да, ну, про наши дома, чем обслуживающая организация. Это управляющая компания. Ну, то есть я по большому счету... Совет с ним входить. Да. Я по большому счету понимаю так, что когда происходит капремонт, то нужно вовремя подключаться всем жильцам и не, я не знаю, там, не проворонить тот момент, когда ремонтируешь. И сотрудничать с управляющей компанией, чтобы потом уже не обращаться, когда уже все это случилось, когда все сделали, и вам это не нравится, это не то. Я так понимаю, правильно? Не надо ни на кого надеяться. Мы сами лучший контролер, как говорится, да, если мы что-то где-то недопонимаем, обязательно можно спросить, и нам должны объяснить, потому что все эти работы производятся за наши с вами деньги. Мы платим взносы, и с этих взносов уже выполняются все эти работы. И мы должны проявлять активность. Спасибо вам. Обязательно активность мы должны с вами проявлять. Да, спасибо вам, что вы присоединились к нашей сегодняшней беседе. Я напомню, Владимир Деняев, руководитель общественного фонда «Жилье и право», был с нами на связи. Ильяс Бахтеев, заместитель руководителя общественного фонда «Жилье и право». Спасибо вам за участие в нашей программе. Я думаю, что наверняка что-то нашим телезрителям более-менее стало понятно в этом вопросе. Это первая наша страница сегодняшнего эфира «Капитальный ремонт». Далее
далее мы продолжим, а с вами прощаемся. Ну а с вами, уважаемые телезрители, нет, сейчас прервемся на рекламную паузу, а затем вернемся в студию прямого эфира. 35-55-00, звоните по этому номеру, задавайте вопросы, сегодня говорим про ЖКХ. Это «Магнитогорское времечко». Здесь и сейчас в прямом эфире 35-55-00. Наш номер телефона. Сегодня у нас три заветных буквы фигурируют в эфире. ЖКХ. Звоните. О проблемах ЖКХ говорим. Новые тарифы правительство утвердило. Индексы изменения платы за коммунальные услуги, которые начнут действовать с 1 июля будущего года. Но, в принципе, каждое лето у нас в этом плане с тарифами происходит рост. Ну, мне кажется, у кого бы мы ни спросили, мне кажется, каждый скажет, что услуги ЖКХ у нас не дешевые. А вот с 1 июня мы уже существенно увидим это по своим квиткам. Потому что будет взнос на капремонт опять будут дороже, оплата общедомовой телевизионной антенны, подъездного домофона и еще многое и многое другое. До этого момента, ну, в смысле до наступления Нового года, когда некоторые тарифы повысятся, осталось совсем немного времени, и кварплата повысится у всех граждан по всем регионам России. Я представляю нашего следующего эксперта по этой теме. Это Вадим Агафонов, директор Трест Теплофикация. Здравствуйте, Вадим. Добрый день. Вот плавно так мостик мы с вами проложим из предыдущего блока нашей программы. Ваше слово по поводу капитальных ремонтов. Ну, житель Магнитогорска знает, и мы это везде в прессе освещали. Очень сложно было работать этим летом с региональным оператором и именно в части капремонта, которые проводились в этом году. Но несмотря на то, что мы их начали, и зная эту проблему, что сложности с подрядчиком, сложности с контролем, сложности со сдачей, то есть благодаря тому, что мы их начали, ну, так скажем, контролировать да, приставать даже. Нет, мы очень много, то есть и директора его сюда вызывали и так далее, и вместе с отделом ЖКХ. То есть благодаря этому, по крайней мере, все работы по системам отопления удалось завершить до начала отопительного сезона, потому что в предыдущие года практика-то была ужасная. То есть мы, по большому счету, дома чуть ли не самостоятельно доводили, запускали уже, когда отопительный сезон был уже в разгаре. Проблема в том, о том, о чем мы начинали говорить, по да? По большому счету, да. Коллеги сказали, мало, да? Что нет, ну профессионалов мало. Угу. Я считаю, что здесь немного хромает организация. Угу. То есть мы с вами, как жители, ну, по большому счету, ну что, делают. Uh-huh. Очень правильно озвучили, люди не пускают квартиру. Uh-huh. Ну, это их право, это их риск, но тем не менее. Очень сырая проектная организация. Но я всегда считаю, когда делает кто-то сторонний, да, то есть вот, делайте только не я. Вот это, вот это самое плохое. Поэтому вот то, что сказали коллеги, по большому счету, действительно, заинтересованы должны быть жители. И это же общедомовое имущество, понятно. Если сделают систему отопления, будет тепло. Если сделают качественно крышу, опять будет хорошо. Ну, я и по большому счету сторонник, никого не рекламирую, сторонник все-таки собственных лицевых счетов. То есть не ждать, когда тебя там государство в очередь поставит, ты у него будешь что-то выпрашивать и так далее. Ну и, соответственно, это же ты платишь. И, соответственно, ты заинтересован, ты находишь подрядчиков, ты их контролируешь. Тогда. И ты можешь с них спросить. Ну, естественно, и ты заключаешь договор, какие-то определенные гарантии. Ну, это как в любом бизнесе. Вы же квартиру, кого попало, не пускаете делать себе ремонт, да? Выбираете себе по новой. Я правильно понимаю, собственный лицевой счет – это у каждого дома, да, имеется? Или это у... жители могут. Сейчас львиная доля в общем котле у регионального оператора. Мы платим определенную сумму. Но многие, я знаю, что уже и в Магнитогорске, ну, и про другие города не буду говорить, тоже открывают собственные лицевые счета на дом. Да, надо четко понимать, что этот лицевой счет должен кто-то видеть. Либо бухгалтер, либо наемная организация, там та же ИРКЦ, по-моему, оказывает эти услуги, начислять квитанции, контролировать оплату, бороться с должниками. То есть это тоже определенные затраты. Но вы понимаете, это же ваши деньги, вы их не отдаете куда-то, и потом вы их пытаетесь достучаться и попросить сказать, ну, как коллеги сказали, то есть это же надо доказать, убедить и так далее. А как тогда быть вот с общим вот этим счетом, который... Нет, эти деньги никуда... Вот по решению собственников можно открыть собственный лицевой счет, перейти, там процедура, по-моему, один раз в год только это можно делать, решением собрания, правильно его провести. Соответственно, это все региональный оператор, накопленные средства передает. Там ну, есть свои нюансы, которые больше специалисты и оператора могут рассказать.
Но механизм есть, он отработан, наверное, и в интернете. Вопрос у меня такой, исключают ли вот собственный счет, исключают ли взносы тогда за капремонт? Или это параллельно? Нет. Вот эти взносы, по большому счету, вы не отдаете, то есть, которые у вас накопились, рекоператор, по большому счету, ну, какие-то условия, он вам передает, должен передать список, кто платил, кто не платил. Это и же. Они переходят на тот лицевой счет. Это переходит на вас лицевой счет. Да, и вы уже потом по определенной процедуре тоже имеете право платить. Давайте обратимся. Это я вам свое мнение сказал. То есть, как потребитель в том числе. Давайте обратимся к тарифам 2022 года. Что почувствуют жители Магнитогорска, в частности? Ну, все стандартно. Вы уже начали говорить, что тарифы на услуги тепла, воды, электричества для населения все изменится с 1 июля следующего года. Да? То есть до 1 июля тарифы как действовали, они остаются и действуют. С 1 января повышаются, как правило, тарифы на услуги управляющих компаний, то есть на жилищные услуги. Ну, предел индекс нам утвердили по Челябинской области и со второго квартала рост тарифов не более 3-4%. Это во втором полугодии, то есть когда мы все вместе, по большому счету, наш общий совокупный платеж за жилищно-коммунальные услуги, это и нам, и управляющим компаниям, всем ресурсникам не должен повысить вот эту, превысить эту планку. То есть это очень жесткое ограничение, да, несмотря на то, что инфляция последняя, по-моему, сегодня, или озвучили там больше 7% уже. Но, тем не менее, вот так, такое по всем строчкам квитанции будет повышение? Вот смотрите, вот сейчас с 1 января, то есть квитанции за январь, жители увидят изменения только в росте платы за услуги управляющей компании. Ну, то есть если, по крайней мере, я не буду говорить, он планируется в районе 4%. Стандарт. По нашему в целом, да, в целом, ну, это, ну, на полностью благоустроенную там, двухкомнатную квартиру, там 50 с небольшим, это примерно 40 рублей. Ну, там, плюс-минус, да, без копеек. Ну, это не моя услуга. Но вы же поймите, это я оперирую теми цифрами, которые по управляющим компаниям жители могут устанавливать сами себе тарифы. То есть они не регулируемы. Они, жители, могут сказать, а у меня есть, мне хочется, чтобы здесь сидела консьержка, да, а мы хотим, мы хотим, чтобы в подъездах были бы натяжные потолки. Соответственно, услуга в этих домах будет дороже. И каждый дом с управляющей компанией может эту процедуру, опять же, через общее собрание инициатором выходить и устанавливать себе тарифы именно за услуги управляющей компании. А я вам говорю про рост. Это тот, который, как правило, жители молчуны дома, есть им устанавливают орган местного самоуправления для выполнения необходимых минимальных работ, то есть это содержание дома, общедомового имущества, поддержание его рационного состояния, в том числе системы там, отопления и всего. Ну и у кого есть лифт, допустим, там на лифт плату устанавливают. Если мы обратились уже к управляющим компаниям, насколько прозрачна сегодня их работа? Ну, как, опять же, как потребитель, как собственник, если вы в нормальном диалоге, так поддерживаю коллег, если есть совет дома, есть активные жители, по большому счету управляющие компании, опять же, нормально прячутся, они не прячутся. По большому счету у них есть обязанность раз в году до 31 марта, как мы налоги с вами должны, то есть они обязаны это все размещать, эту информацию по каждому дому, соответственно, сколько на него потрачено. Как. А если жители активны, они приходят, ну там же разные эмоции приходят, что вот там чуть ли не вы нас все своровали. Нормальный директор управляющей компании, там, через своих бухгалтеров, людей и так далее. Вот ваш дом, вот он расклад, вот я с вас собрал там столько-то тысяч рублей. Вот, ну, мне почему-то кажется, что чаще мы слышим все-таки критику. Вот очень редко можно услышать, чтобы было восхищение. Говорю, какая у нас замечательная управляющая компания. Опять же, кто вас держит? Вот никто, вот опять я вам вот говорю свою политику, то есть я много общаюсь со всеми управляющими компаниями, не только в городе Магнитогорске, да. Но если меня что-то не устраивает, ну почему я должен за нее держаться-то? Это же сложно, нужно собрать совет дома, нам же проще покритиковать, сказать в эфир, написать смс-ку, гневное письмо, на всем нажаловаться, и все плохо. А что плохо-то? И вот любой баланс, мы потом к вам вернемся, ну, то есть. Вот, опять же, беру стандартную квартиру, там 50 квадратов, да, ну, в среднем платеж за ту же управляющую компанию. Я не беру ресурсников, у нас зимой больше, летом нету, но, тем не менее, 1000 рублей.
Берем стандартный дом, пятиэтажный, там, ну, пускай 4 тысячи даже квадратов, 80 тысяч рублей. Вот попробуйте вот на 80 тысяч рублей обеспечить, чтобы вы были хорошие и счастливые. У вас, угу, чтобы были чистые подъезды, чтобы зимой у вас было, не было снега, наледи и так далее, крыши, чтобы сосульки, не дай бог. И вы вот, вот в этом, когда люди в это окунаются, и они четко понимают, что, блин, это действительно так. То есть, когда есть управляющая компания, и у нее не один, не два, не три дома, ну, наверное, это проще, потому что, ну, да, есть уборщица, которая здесь, ну, там и так далее. Это чистая организация. А, ну, так, честно, критиковать-то всегда оно проще. Всегда. Но это же, что касается управляющей компании, никто же не регулирует. Если вы хотите сделать лучше, ну, выйдите с предложением, что давайте сделаем вот эту работу. Она, соответственно, управляющая компания скажет, да вопросов нет, эта работа стоит столько-то. Вот у нас денег есть столько-то. А, соответственно, а потом начнем, а вот тот сосед не платит, а этот не платит, то есть ему все равно. Жители, по большому вот, счету... По большому счету, жители по незнанию. Нет, да, это не по незнанию. Нет, это не по незнанию, это нормальные человеческие амбиции. Вы же хотите, чтобы у вас было в подъезде чисто. Чтобы никто там вам ничего не нарисовал на... Нет, я имею в виду по незнанию, что вот не знают, какими идти путями, чтобы, ну, сделать, ну, лучше. Да, я думаю, что не незнание. И, скорее всего, проще покритиковать, нежели это приложить руку. 35-55-00. Тема ЖКХ сегодня рассматривается у нас в программе «Магнитогорское времечко». Здесь в прямом эфире. Мы сейчас ненадолго прервемся, посмотрим сюжет, а затем вернемся в студию прямого эфира. Звоните. Маленький Николай обошел, кажется, всю игровую площадку. Успел скатиться с горки, посидеть в мини-автомобиле, но больше всего интерес мальчика привлекли качели. Ему нравится так, вот такая вот качелька, мы всегда на нее приходим, здесь качаемся. Не знаю, нравится. Не хватало, конечно, мы то на нижнюю сюда ходили, а сейчас тут удобно. Вот домом выше живем, так хорошо. Потому что здесь рядом нигде нету ничего такого. Красиво. Детский игровой комплекс находится в окружении деревьев и включает самые разные элементы. В качестве покрытия выбрали речной песок, который соответствует всем необходимым требованиям. В следующем году здесь планируют поставить скамейки и добавить зелени. В течение следующего года, я думаю, подсадим здесь немножко еще кустарника, чтобы оживить площадку. На самом деле здесь очень зелено. Летом здесь очень здорово, такой тенек. Место, ну, можно сказать, идеальное для того, чтобы здесь можно было провести время с детьми. Вот видите, у нас и качельки. Поставим лавочки, ну, будет просто великолепно. Площадка для детей в обновленном сквере Консерваторский появилась благодаря исполнению наказов избирателей, которые собирают в течение года. При выборе места расположения игрового комплекса и его наполнения постарались учесть все пожелания жителей Правобережного района. В этом году у нас было принято решение совместно с Правобережным районом установить детскую площадку. Это только первая часть. В этом году мы заложили основное ядро из 5 малых архитектурных форм. В следующем году площадка будет расширяться. Замечательный сквер, который был 2 года назад реконструирован. Вот как раз не хватало таких элементов, поэтому будем развивать эти вещи. Так, в принципе, ежегодно мы тратим порядка 2 миллионов рублей на работу с избирателями. В этом году также мы еще успели подготовить 2 класса для первоклассников в школе номер 63. В следующем году тоже продолжим сотрудничество. Впрочем, это не все преобразования, которые ждут жители Правобережного района. В планах объединить несколько благоустроенных территорий. Мы в этом году еще сделали продолжение там сквера, но мы, правда, идем от Советской Армии сюда. Надеюсь, в следующем году, может быть, ну, как-то в течение какого-то времени, мы полностью закольцуем этот сквер. У нас будет полностью сквер, начиная от площади Мира и, соответственно, до Советской Армии. То есть можно будет гулять в отличном месте, в отличном, как говорится, обстановке. Главное, чтобы отдыхающие ценили проделанную работу и сохраняли чистоту на территории сквера, отметил глава района. Это «Магнитогорское времечко». Мы сегодня говорим про ЖКХ и продолжаем. В студии у нас по-прежнему Вадим Агафонов, директор ТРЕС «Теплофикация». Давайте разберемся с неплательщиками. Какова у нас на сегодняшний день ситуация в городе с этой категорией граждан? Ну, в целом, глобально-то их изменений нету. Мы регулярно стараемся выходить в прессу и в СМИ. То есть по нашим долгам я за ТРЕС скажу, что мы... Как год назад у нас было там долгов просроченных порядка 1,3 миллиарда, да, то есть и на эту дату примерно 1,3 миллиарда. Мы прошлый год закончили со сбором 98%, это очень хороший сбор.
Но для этого пришлось очень сильно потрудиться. Ну, первое, что мы сделали еще в 2019 году, у нас уже практически больше 90% жителей находятся с нами на прямых договорах. То есть мы ушли от нерадивых управляющих компаний, львиная доля, которая сейчас в банкротстве. Да? То есть вот в этой, как я всегда говорю, одну и ту же цифру уже несколько лет подряд. Ну, то есть если там примерно на 500 миллионов, это деньги, которые в банкротстве крутятся, то есть управляющие компании уже часть ликвидирована, часть находится в конкурсном управлении, дома ушли к другим. Тем не менее, забрав людей к себе, то есть мы добиваемся этих результатов. Но в частном порядке, как идет вот работа с гражданами? В частном порядке, ну, помимо всего, очень идет большая судебная работа. Мы выдаем нашим мировым судьям порядка 2000, только я про теплофикацию сейчас могу сказать, да, то есть это самые достоверные сведения, которые я могу представить. То есть мы порядка 2000 заявлений на выдачу судебного приказа по должникам. То есть мы привлекли для этого и тоже юридическую организацию. То есть это идет очень большая работа. Очень много вопросов у нас вторник-четверг, когда принимают пристава, и люди пробивают, потом идут к нам, дайте, я заплатил и так далее, там арестован счет. Очень много создаем людям проблемы. С другой стороны, люди создают нам. То есть уведомляем. Вот, допустим, в частности, что сделать еще сбор. То есть вот мы в декабре уже уведомим жителей на досках объявлений и так далее, да, что они нам должны. А злостным неплательщикам там отключение, что грозит вообще? Ну, по услуге, допустим, услугам теплофикации отопление отключать запрещено. То есть Конституция Российской Федерации. Чтобы отключить горячую воду, ну, проблемы вот, то же самое, как у капремонтов, как у управляющих компаний. Самое главное, у газовиков после всех трагедий, не только в Магнитогорске, везде, это проблема попасть к жителям в дом. То есть, представляете, чтобы отключить человеку горячую воду, я должен попасть к нему в квартиру. У нас же неприкосновенность. И об этом и законодатели знают, и так далее. Ну, пока решения какого-то определенного нет. Соответственно, можно по закону отключить собственнику электроэнергию. Соответственно, но там определенная процедура. Ты должен уведомить, повторно уведомить. И только после этого принять какие-то меры. Есть у нас телефонный звонок. Давайте послушаем телезрителей. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Я вот, извините меня, сейчас, секунду, я вот слушаю вот передачу вашу, я не пойму, за что я еще должен заплачивать управляющей компании с 1 января. Вот я прослушал, я только уловил вот эту мысль, вот этого ведущего, который там болтает языком, директор теплофикации, что ли он, или как, я его не знаю. Что вы хотели конкретно уточнить, что вы доплачивали? Ну, так он говорит, что с 1 января... Это говорим, подождите, я вас перебью, к сожалению, не могу к вам обращаться, вы не представились. Это правительством принято решение повысить тарифы. И каждый год, да, такое происходит у нас летом, ну и частично на что-то повышается уже с января месяца. Мы сейчас в данный момент, мы просто это доносим до вас. Мы просто это доносим до вас и обсуждаем эту тему. Это претензия, это не тариф, это не тариф. Это с 1 января теплофикация повышает. Нет, мы не про теплофикацию говорим. Извините, вы немножечко не сначала, видимо, слушаете нашу программу и не поняли, в чем суть. Ну, можно я комментирую, раз человек все-таки так хочет услышать. Еще раз говорю, с 1 января проиндексируется плата за содержание общедомового имущества, по большому счету, за плата за то, что, которое вы вносите в управляющую компанию. У них изменение платы идет с 1 января. Тарифы теплофикации, водоканала, МЭКа, Новотека, все изменятся только с 1 июля. Поэтому, ну вот, Вадим, смотрите, вот даже сейчас, например, есть звонок, и люди, в принципе, даже не хотят иногда слушать, а сразу как бы начинают, ну, достаточно агрессивно, да, реагировать и об этом говорить. А чего это происходит? Ну, может быть, потому что действительно качество не соответствует? Или что? Как вам кажется? Или это, в принципе, психология наша как-то нет, так? Ну, нет? Вот вы, очень просто. Там в любом тарифе, да, заложена определенная зарплата,
Да? Вот сейчас повышаем заслуженную зарплату медикам, бюджетникам, анонсировали предприятие. Да? А люди-то, работающие в управляющей компании, в теплофикации, в водоканале, они недостойны повышать зарплату. Тем не, я не про 1 января, да. вообще в принципе рост тарифа. Угу. Другое дело, ведь у нас есть инфляция, я и озвучил, это вот буквально последняя статистика Набиуллина, что у нас под 8% ожидается инфляция по году. А следом за инфляцией себе потянет то же самое повышение тарифов за электроэнергию, за газ. Это только мои тарифы, которые влияют на меня. Насколько я услышала зрителя, который дозвонился, прозвучала у него сразу претензия к управляющей. Почему я должен, да, как бы платить, если меня не устраивает качество? И мы опять, наверное, вернемся вот к тому, как бы, краеугольному, да, камеру, качество управляющих компаний. Управляющая компания оказывает нам платные услуги. Угу. Вот я вам как потребитель также говорю. И я вправе выбирать. Если мне оказали некачественную услугу, почему я должен за нее платить? То есть есть же четкий, понятный регламент. Если это управляющая компания, формируется, опять же, на общем собрании, утверждается минимальный перечень работ. Если вас не устраивает, значит, уходите из-под этой управляющей компании. Это, наверное, крайняя мера. Но тем не менее, если ты говоришь, что управляющая компания, вы не выполняете свои обязанности, это же формируется, опять же, собранием, что вы должны мне 2 раза в неделю мыть полы в подъезде, там, или подметать мыть, и так далее. Вот. И все это по пунктам разложено, утверждается собранием, и управляющая компания знает, что она обязана сделать за эти деньги, и вы знаете. И, соответственно, вы можете предъявить контроль. Вот это утверждено, вот этот перечень. Это выполнено, это не выполнено. За это я заплачу, за это нет. Разговаривать по факту, да, все, нет, а почему? Все это платные услуги. Угу. Почему вы, когда за телефон, за интернет платите, говорите, мне не надо интернет, отключите. Угу. И если, не дай бог, вам отчислили, вы же там целые... Да. Вы устраиваете, говорите, я не пользуюсь, мне не надо, я отказался. И наоборот. Угу. Почему здесь так нельзя? Программа «Магнитогорское времечко» плавно подходит к своему завершению. Мы сегодня много еще тем не успели обсудить. Мне кажется, мы неважную очень тему не обсудили — субсидии. Вот я единственная, да, ну, несколько слов, да, мы как-то увлеклись. По субсидиям все очень просто. То есть наше государство очень социально ответственно. Люди, сам принцип остался неизменным. Если доход вашей семьи, ваших проживающих на жилищно-коммунальные услуги превышает 22% вашего дохода, вы имеете право на компенсацию жилищных услуг. Все это делается в нашей соцзащите, которая находится в администрации города. Та же самая информация МФЦ и так далее. Сейчас, по-моему, госуслуги это пошло. Но в региональном бюджете заложены все эти средства, то есть тоже людям нужно узнавать. Они регулярно этим пользуются, и нормально. То есть, если это действительно превышает, там есть определенные нормы, что если у вас коттедж, вам претендовать. Поэтому поддержка людей есть. И мы многие с должниками, порой приходят люди, попадают в трудные ситуации и так далее. И вы объясняете мы им рекомендуем обратиться в соцпомощь, и по большому счету даем рассрочку, и это дело по большому счету. А вот, кстати, бывает такое часто, нет, среди должников, вот люди, которые просто действительно этого и не знают. Ну, то есть они оказываются в должниках, не знают о том, что вот у них есть, например, такая возможность, такие льготы. Компенсация. Бывает. Бывает, да? Бывает. Бывает. Они, особенно человек, который попал, опустил. И он считает, что я не выкарабкаюсь, Да. Бывают другие случаи анекдотичные. Магнитогорское времечко, думаю, на этом мы поставим точку. Единственное, наверное, пожелание ко всем, к нам и к нашим телезрителям — быть активнее, да, к тому, где ты живешь, к собственной жизни и ко всему, что тебя окружает. Не знаю, что еще добавим. Добра вам, тепло. Всего хорошего, уважаемые телезрители. До свидания, до встречи. Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат».